Говард Шор. Создание симфонии «Властелин колец». Путешествие композитора через Средиземье. Вдохновение, необходимое для написания саундтрека, который стал симфонией «Властелин колец», я нашел в тексте профессора Толкиена. Я потратил на написание музыки больше 4 лет, и его книга всегда лежала открытой на моем столе. Книга Толкиена была переведена на 40 языков в течение 50 лет. Говард Шор — композитор-дирижер. И это один из величайших шедевров литературы 20 века. Повсюду, куда бы вы ни отправились, люди интересуются Толкиеном и, конечно, интересуются фильмом Питера Джексона. И в нашу работу мы вложили все наши эмоции, потому что мы очень сильно любим эту книгу. Люди, исполняющие эту музыку, и я в том числе, чувствуем связь с книгой. И публика, надеюсь, тоже. Пролог.
Шир. Выступая с симфонией, я посетил различные города, и везде сотни людей были вовлечены в выступление. Концерт становился культурным событием. В Монреале в концерте участвовало свыше 200 музыкантов. Монреальский симфонический оркестр, большой хор и детский хор. Их родители, солисты, производственная команда — все участвовали в создании, становясь частью единого целого. Возбуждение музыкантов и слушателей создало энергию, которая преобразовалась в выступление. Это здорово — заряжаться энергией на выступлениях в разных городах. Каждое место обладает своей собственной душой. Черные всадники.
Сценарий Питера Джексона, Френа Уолш и Филиппа Боинса вместе с картинами, созданными для фильма, вдохновили всех, кто работал над проектом. В случае «Властелина колец» все объединились для работы над трилогией. Это было настоящее братство, и я могу сказать, что главной темой работы была тема дружбы и братства. Фильм — это сумма всех наших личных усилий, что-то большее, чем мы могли бы иметь, работая поодиночке. Братство. Представьте, что вы гномы, тысячи гномов. Вы очень грубые первобытные существа. В понедельник вы должны быть очень агрессивными. Окей, агрессивными. Мост Хазадума.
Симфония «Властелин колец» в концертной программе позволяет слушателям насладиться музыкой из фильма особым способом. Когда я на сцене, я чувствую энергию и связь со слушателями и музыкантами, которые вдохновляются друг от друга. Лотлориен. «Властелин колец» — один из самых продуманных и сложных когда-либо созданных фэнтези-миров. В своем произведении Толкин показывает контраст культур. Музыкальное сопровождение для эльфов состоит преимущественно из женских голосов. Ривенделл был создан как место высочайшего познания и отсутствия чувства времени, в то время как Лотлориен мистичен и экзотичен. Для Айзенгарда и орков был использован пятидольный ритм, сыгранный на стальных пластинах, японских барабанах тайко и металлической цепью по струнам фортепиано. Эти звуки подчеркивают индустриальную мощь Средиземья. Айзенгард. Распад братства — это очень эмоциональная часть братства кольца. Рассказывается история трагической смерти Боромира. Фродо решает идти дальше, неся бремя кольца, и храбрый Сэм остается с ним. Распад братства.
Для Горлума, который когда-то был хоббитом, я захотел взять инструмент, который использовался для Шира. Я использовал венгерские цимбалы, инструмент, родственный дульцимеру, чтобы передать крадущуюся походку Горлума. Это дрожь от волнения, то, что я чувствовал, когда писал музыку для Горлума. Смеагорл. Рохан. Слушая музыку из фильмов на концертах, люди представляют себе образы из этих фильмов. Мы подумали, что, используя иллюстрации Алана Ли и Джона Хоува, мы сможем обогатить программу, так как покажем картины, которые люди, возможно, не видели раньше. На них приятно смотреть, и когда вы слушаете музыку, они возвращают вас к сценам из фильма. Алан и Джон — великие иллюстраторы Толкиена. Они создали начальный дизайн для «Властелина колец». Многие рисунки выполнены карандашом, но также есть и цветные гравюры. И эти иллюстрации формируют в фильме Питера визуальное представление о мире Толкиена. Обгоняющий тень. Тенегриф, серогриф. Древень.
Трилогия «Властелин колец» рассказывает историю, а музыка описывает мир, в котором происходит эта история. Культурные детали в тексте создают драматические связи и отражают развитие персонажей и идей этой истории. Большинство мелодий имеют такие же элементы. В произведении использовано свыше 50 лейтмотивов. Тема истории кольца, одна из нескольких мелодий, написанных для кольца, начинается с первых нот симфонии и, можно сказать, является центральной темой всего саундтрека. Эта мелодия движется волнообразно, подобно дыханию, и благодаря этому возникает ощущение, что кольцо разумно и у него есть цель. Мелодии вплетаются в симфонию и развиваются, находясь в постоянном движении. Тема «Братства» впервые звучит полностью, когда 9 героев встречаются в Ривенделле. Когда «Братство» распадается, звучат фрагменты из этой темы, но значительно переделанные, так как история «Братства» близится к своему завершению. Граница Энтов. В основе концертной версии лежат 11 часов музыки, которую я написал для трилогии «Властелин колец». Мы с Джоном Мочери выбрали часть материала и смонтировали в двухчасовую симфонию. Было невероятно трудно сделать это. Пришлось вырезать огромное количество музыкальных фрагментов, но мы знали, что делаем. Перед нами стояла цель рассказать историю при помощи музыки. Мы имеем дело с музыкой очень высокого уровня. Мне пришлось дирижировать и хором, и оркестром, и все нужно было подготовить очень быстро. Кажется, у нас была только пара дней перед концертом. Сигнальные огни.
Во всех фрагментах, где звучит пение, использовались языки Толкиена. Квенья и Синдарин — эльфийские, а Дунаек — язык Нуменора, черная речь — язык гномов в море. Староанглийский подошел для Рохана. Используя эти языки, я создал симфонию, основанную на всех книгах трилогии «Властелин колец». Андуриль. Структура музыкального произведения такова, что напряжение постепенно нарастает, приближаясь к кульминации, когда кольцо будет уничтожено. Вы могли и не волноваться до этого момента, но все же вы уже участвуете в этом фильме, который ведет вас к Роковой горе. Это больше, чем путешествие Фродо и Сэма. Уничтожение кольца. Хотя симфония является современной, я использовал для ее написания музыкальную структуру 19 века, чтобы придать симфонии оттенок историчности. Средиземье существовало 5-6 тысяч лет назад. Питер, Фрэн и я хотели создать ощущение оперы во «Властелине колец» и позволить музыке стать эмоциональной основой истории. Развитие и темп этой истории и музыки показывают красоту классической оперы.
Так как хоббиты изменялись в течение этого путешествия, я также хотел передать ощущение развития через звуки. Например, Тин Вистл, жестяной свисток, который представляет хоббита в начале истории, становится флейтой, когда они возвращаются в Шир в «Возвращении короля». Когда поворачиваешься лицом к публике, испытываешь непередаваемое ощущение. Большая часть музыки к «Властелину колец» была записана в студии звукозаписи с Лондонским филармоническим оркестром, а часть — в Новой Зеландии с Новозеландским симфоническим оркестром, хор из Covent Garden. Я так много писал, что теперь выход на сцену для меня — это чистое удовольствие. Возвращение в Шир — это одна из главных составляющих «Властелина колец». Фродо и Сэм спасли Шир, и все снова стало зеленым и прекрасным. Во время исполнения своей миссии они часто мечтали о том, как вернуться домой. Возвращение хоббитов в Шир означает, что кольцо было уничтожено, и что они выполнили свою миссию — Серые гавани. Thank you.
Озвучил по субтитрам Иннокен 33, студии «Я», декабрь 2019 года. Перевод субтитров Ганнендорф.